первый раз женатым говорю, что за микрофон. Вчера я ехал на такси, нас подрезает машина. Мой водитель такой горячий кавказский парень, и он такой думает, ай, там начал тоже подрезать, я говорю, воу-воу-воу-воу, полегче, я женюсь завтра. Мы не очень любим выражать свои чувства при людях. Я не помню, чтобы я когда-то говорил, что люблю тебя на всех, но я очень люблю тебя. Люблю тебя.